5 сантиметров. Так. Даже в руках держать невозможно. 10 сантиметров. Ну, я пробовала размеры и побольше. Кто сомневался? 12 сантиметров хороший, но недостаточно. 15 сантиметров то, что нужно. 20 сантиметров просто великолепно. 25 сантиметров давит на живот и кишечник. Ой, ребята, всем здорово, Саныч на связи. Помню, давно-давно тоже снимал обзор на подобный ТикТок, на подобную фонограмму, только там была другая чаечка, и там, по-моему, было продолжение, типа, что там этот опрос был, короче, как-то там проведен какой-то там американской компании, типа, какие нравятся гамбургеры там людям, типа, там, по величине, по размеру, да, короче, они же все, а это, видать, короче, ж нашла, вырезала, типа, чтобы было пошленько, да, короче, ну, там, без гамбургеров, да, короче, и наложила на свое видео эту фонограмму, короче, да, ох, и пошлые чаечки, да. 20 сантиметров, как бы, ну, чисто по моим, вот, так скажем, вопросам у чаечек, допустим, ну, когда там завязывается такое интимное общение, как бы, да, вот такие же интимные подробности выясняются, типа, там, сколько тебе нравится сантиметров, она там говорит, 20, как бы, для них, для большинства это будет много, вот, 15-18, как бы, для них, вот, такой средний, нормальный, как бы, размер, да, 20 и более, как бы, ну, как бы, это уже на любительницу, да. У которой уже, в принципе, ведерко такое небольшое, да? Пасочки лепить. Ребята, пишите свое мнение в комментариях.